Официальный представитель МВД России Елена Алексеева. МВД России расследует уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации, то есть мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Ведомство продолжает принимать все предусмотренные законом меры для привлечения господина Полонского к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством, используя при этом все возможные формы контактов с зарубежными коллегами.